Народ, привет! Новая рубрика, мини-обзорчики на новый товарчик. Сегодня пришла у нас еще одна очередная посылочка. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь у нас есть. Здесь у нас дешевенький китайский моторчик фирмы Austar на 35 витков для нашей трофеечки. С проводочками, как ни странно. Но проводочки надо припаивать. Щеточки снимаются. Такой китайский у меня моторчик уже был. В принципе, работает до сих пор. Основное преимущество этого моторчика то, что он идет у нас разборный. Щетки у него меняются. Первому моторчику такому у меня уже больше года. Он в принципе работает. Коллекторный, дешевый. Мне он обошелся порядка 500-600 рублей. Ссылочки, как всегда, оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Ждите нового поступления товара.